Здравствуйте, это Клондайк. Мы продолжаем наше путешествие. Наши сюжетные приключения. Мы находимся сейчас на карте на студии Эшена. Так, Эшена, неважно. У нас есть ворота. Ключи собирали по всей территории. Обратите внимание, ну, еще не полностью, но 80% расчистки уже готово. Подарок за 100% вроде как ничего так, нормальный. Ключи собрали, 48 штук. Это мы собирали, ну, весь остров чистили. За каждую находку нам давали 3 ключа. Итак, мы открыли. Склад ненужных вещей. Вещи ненужные, но нам пришлось открывать. Фишка в том, что я совершила ошибку. Я ее исправлю. Я не буду эти 243 сейчас трогать. Я взорву. Ха. Просто не хочется ради одного камушка сейчас нарушать. Остров был довольно-таки интересный полностью. Ай, как некрасиво! Ай, как некрасиво! Ладно, они настаивают. Ладно, я уберу это уже. Да, и мне тут будет по одному идти. И прикол в том, что мне эту энергию даже деть некуда. У меня вот единственный камушек недопиленный. И все, остальное все у меня, ну, по 93. А тут и все назвать тяжело. Ладно. Глупо, да, скажете. Ну ладно, пусть будет так. Ну, так вот не надо делать заранее энергию, называется. Иначе будет, как у меня. Непонятно как. Ну, динамит соберу еще. Ну, вот у меня принципиально... Я оставила записать вам видео, показать этот кусок. А этот кусок оказался очень своеобразный. Ну, сейчас я если уберу, то я ничего хорошего не сделаю. Хотя вот проход у нас есть, в принципе. Давайте попробуем так, что ли. А, это обман зрения. Там дальше заборчик идет. Во как. Ладно, не, я же не буду так постоянно тратить динамит. Выкрутимся. 125. И на этой веселой ноте у меня закончились мои запасы. Так что же это я так случайно опять сделала? Не так, как надо. 50. Вот вам 50. 45. Сейчас пойду компаньону помогать. Так, 9. 43. Ладно, компаньону помогли. 120. Сейчас мы тут с вами. 165. Ой, как удачненько. Ну, пока мы без динамита. Но там без него никак. Или поедем опять где-нибудь чего-нибудь нарисуем. Так, 43. 75. Открыть, открыть. Ну, кусочек. Весь остров был интересный. Весь остров был усыпан большими камнями. Я думала, что, по крайней мере, под конец их уже не будет. Но нет. Не тут-то было. 57. Поехали. У нас два камня получается. И на ен там все. 40.
между прочим, 81%. Очень даже мило. Ну, у меня тут, в принципе-то, травы немного, но она занимает основную позицию. Так, продолжаем. Вот у нас для проходиков, для веселых. Так, сколько дадут? Ну, в любом случае, один камешек точно уберем, а второй не съем, так понадкусаю. А нет, скорее всего, оба наших. Так, 27. Даже еще раз 2, 4, 5, 6 и 120. Ну, все равно других нет таких. Ой, теперь быстро 7 и поехали. 43, 93. Ой, в общем, медленно-верно мы так двигались. Смотрите, тут перекрыто. И чтобы дальше пройти, надо убирать на 150. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом так, хоп, 150. И надо быстро делать 3. Ой, найти бы все, найти. Нашла. Не факт, что поможет. Ай, чуть-чуть не хватает. А нет, 112, 114, 193. А ну, проход-то все равно, вот он, 125. Ладно, убираем то, что убирается, а там дальше будем писать. 3. Они любят нам такие фокусы сделать. Типа, догадайся, мол, сама. Так, мы выкрутимся, все равно выкрутимся. У нас плюс 100 достаточно. Поэтому 25, это по-любому проходик. Это надо 32 где-то. Так, да. А тут теперь 10. Раз, два. И 120. Расчет окончен. Раз, два. Тут главное в нужный момент съесть нужное, чтобы все получилось. Сколько? 127. Как мило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 120. И еще ищем теперь 2, 3. 93. Вот, 103. Ай! Перебор. Раз такой перебор, мы тогда этот убираем. В общем, медленно, уверенно, большими камнями движемся к цели. Хотя, я так понимаю, что они нам уже предлагали или не предлагали отправляться дальше. Сейчас заценим. Подождите. Надо сначала что-то съесть. Вот. Сейчас будем смотреть. По заданиям чего? Построить муляж ракеты. А. Это я строю для дальнейшего путешествия. Хорошо. Строим. Строим. И, наконец, построили. И на этой ракете можно отправляться смело. Подарки покажите лучше. То вот это вот сделали нам мультипульти. Все подарки ушли в никуда. Муляж сейчас простаивает. А, да тут подарочки можно делать себе. Итак, делать или трава, или мешочек тени, или плюс 50. Знаете, плюс 50 я и так себе хорошо сделаю. Я возьму травой. Хотя мешочком, наверное, было бы лучше. Ладно, я беру травой. Я так подумала. Ну, просто заезжать придется часто. Тень мешочком было бы проще. Выставил. Зула и забыла. Все, Зула и забыла. Берем мешочком. Итого у нас получается, я делаю здесь плюс 40. И вот еще. А еще, по-моему, все, больше на этом острове ничего, да, пока мись. А, тут у нас еще рулеток есть. Раз, два, три, четыре. Четыре рулетки. Тоже довольно-таки неплохие.
А это у нас съемочный павильон. Не, мы там еще не были. Нам туда, конечно, надо, но мы пока еще не попали туда. 23, 43, 93. Поехали. Ха, видите, боковой камень убрала, тоже не сильно помогло. И начинается мне тут по одному. Не ошибешься. Ай-яй-яй. 39, 43. 113. 113 ни о чем. Надо 120. Играние по одному камню очень неприкольно. Бегаешь после каждого камня и ищешь энергию, чтобы опять убрать следующий. Ну, не мило, не мило, нет. Ни капельки. Сейчас выкрутимся. 9 43. Так, надо что-то съесть такого. Вот 140. О, это я много съела опять. Не, так тоже неинтересно на самом деле. По одной, по две, потом дальше 125 появится. И опять побежим. Хорошо, хоть тут я надкусила уже. 15 и поехали. 43. 93. А, и тут открылось больше. Ну, это уже я не посмотрела. Ладно, убираем 100. И потом убираем 65. И за этих, за счет 65 у нас появляется свободная энергия. 43. Давайте нам. Делайте 125. Серьезно? 121. Обидненько. Так, в общем, я опять побежала за энергией. Это вот наше путешествие по кругу. Ничего хорошего. 46. 46. 84%. 5 минут полет нормальный. Так. 43. Все, мне надоело играться. Я сделала себе плюс 100 еще. Раз, 2, 4, 5, 6, 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6. И 120. Ой, успеть бы. Раз, два. 43. 93. Во. Смотрите, здесь мы убираем 5. Раз, два, три, четыре, пять. А сюда идем 120. Если хоть подарок какой-то будет, или будем просто... Чисто играем по кругу. Мне уже прям даже серьезно стало очень-очень это интересно. 99. 81. Да ладно, что-нибудь. Что-то неудачненько у меня получилось. Ну, доходим до цели. Я решила пропустить немножко этот пробег. И мы сейчас видим, что нас ждет. Внутри нас ждет подарочек. Так, что-то ушло нам на домашний склад. Ну, не все, конечно же. Ну, а это нам осталось уже чисто дочищать. Вот такой вот подарочки. Можно будет дальше отправляться в съемочный павильон. Но я пока 100% не дочищу. Наверное, не поеду. Я подумаю. А видео мы заканчиваем. Всем пока. Подождите, я вам все-таки покажу склад. Другое на последней странице. Оскар из лозы. Призовая постройка с полезными крафтами нам выпала. Все. Удачи, удачи в игре.